Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Crazy Money. И сегодня я хочу поговорить о топовой раздаче от новой компании Indie Guild Games, которая нам раздаст один NFT бейдж. Данная компания созданная совместно с Polygonmatic для создания игрового центра Play to Earn в Индии. С помощью их платформы мы сможем находить множество других игр для Play to Earn, в котором они сотрудничают. На данный момент доступно 4 проекта. Это небезызвестные Axie Infinity, Fancy Birds, Simbal и Nine Hears. Я дико извиняюсь за свой английский, я немецкий изучал. Ну а в будущем данный NFT значок даст нам ряд преимуществ на данной платформе Indie, таким как доступ к секретным каналам Discord, ранние объявления о новых партнерских играх, приоритет распределения новых игровых стипендий, ну и другие. Я максимально советую вам пройти эту раздачу и при возможности забузить ее. Потом локти будете кусать. Ну и погнали выполнять данный airdrop. Нам понадобится кошелек MetaMask, аккаунт в Discord и любой браузер на ваше усмотрение. Переходим в кошелек MetaMask. Нам нужно выбрать сеть Polygon. Выбираем сеть Polygon из списка, как добавить ее, я рассказывал в предыдущем видео, ссылку оставлю в описании. Сеть мы выбрали. Далее в верхний левый угол и выбираем браузер. В адресной строке вводим ссылку на сайт проекта. Ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Кликаем перейти. И попадаем на такую красочную пиксельную страничку. Здесь можете ознакомиться с информацией, почитать. Вот сами проекты, с кем сотрудничает компания. Спускаемся ниже и нажимаем Connect Wallet. Подключиться. Так, ну вот мы подключились. Переходим по ссылке в Discord. Принять приглашение. Кликаем на нижнюю панель. Спускаемся ниже, ставим галочку и нажимаем выполнить. Возвращаемся на сайт проекта и кликаем на кнопку «Верифицировать». Спускаемся ниже, «Авторизовать». Вот так вот выглядит наш NFT бейдж. Можете покрутить его, повертеть. Правда, немножко некорректно отображается. Но на самом кошельке все будет хорошо видать. Спускаемся ниже и нажимаем «Mint your badge». Ну и вот, данную NFT отправили мне на кошелек. Далее переходим на сайт opensea.io. Это NFT Marketplace, где мы можем покупать и продавать наши NFT. Далее нажимаем правый верхний угол. Аккаунт. Профиль. Попадаем на страницу нашего профиля, где мы можем посмотреть нашу коллекцию с нашими NFT. Смещаемся немного правее и ищем кнопку Hidden, где тут глазик зачеркнутый. Нажимаем на нее. Ну и вот, собственно, наш NFT бейдж. Еще раз повторяю, что она пригодится в будущем для получения различных бонусов от данного проекта. Поэтому не старайтесь пока что его продать, лучше оставьте и подержите на кошельке. Ну а также разработчики анонсировали раздачу своих токенов на сумму $2000 для держателей данного NFT бейджа. Победителей в конкурсе будет всего 20. Каждый из них получит токенов Indie на $100. Для этого нужно выполнить все условия в глем-форме. Вот так вот она выглядит. Я уже выполнил все задания, показывать не буду, потому что тем самым видео затянется. Чтобы поучаствовать в данной раздаче, нам нужно сделать 3 ретвита, 2 подписки на Twitter, 2 подписки на Discord каналы, подписку на Telegram канал. И ввести адрес кошелька. Здесь написано ERC20 кошелек, но нам нужен Polygon. Не знаю, может быть какая-то опечатка у них. Так что не переживайте. Вводим адрес Polygonmatic с MetaMask вашего. Ну и по желанию можете приглашать своих знакомых, друзей, для того, чтобы повысить шансы на выигрыш. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Рекомендую подписаться, чтобы не пропускать новые прибыльные проекты, а также ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии.
И не забываем подписаться на мой телеграм-канал и чат, где я публикую еще больше проектов по заработку в интернете. Также можете задавать мне вопросы касательно проектов, если что-то у вас не получается. Всем до скорой встречи!